Дождь не повлиял на работу катка на ВДНХ. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. В пресс-службе акционерного общества ВДНХ рассказали, что, несмотря на дождь, каток продолжает работать в штатном режиме. Уточняется, что на катке запланирован плановый технический перерыв с 15 до 17.00. Также в пресс-службе отметили, что во время таких перерывов специалисты проводят подрезку льда. Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в столице утром шел дождь, а температура воздуха достигла рекорда 1925 года. На этом все. Следите за новостями из жизни столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!